Президент одного государства из хохлушек гарем содержал, чтобы этот гарем президента и придворных его ублажал. Если страны стремятся к прогрессу, в них всегда создается гарем. Президент же мучительно думал, для чего эта гадость, зачем? Я ведь там не могу развлекаться, только пыжусь и делаю вид. У меня ведь от разных волнений кочерыжка давно не стоит. Очень больно на средства народа содержать этих русских блядей. Одного ганджубаса уходит на огромные 1000 рублей. Подавай им галушек и сало, для борща подавай буряков. А когда они вдосталь нажрутся, подавай боевых мужиков. И приходится мне исхитряться, чтобы выглядеть мощным самцом. Не поймут меня люди иначе, просто свергнут, дело с концом. Скажут, если не справился с бабой, как же справится он со страной? И поэтому я надеваю специальный конец накладной. Батарейка вставляется в жопу, от нее подведен проводок, чтобы чахлую силу мужскую заменил электрический ток. Только кнопочку в жопе нашарил, смотришь, сразу конец затвердел. Голова же при этом свободна для больших государственных дел. Мне случалось иных проституток, размышляя, заездить в конец. Да, в политике первое дело — накладной безотказный конец. Потому что ведь годы несутся, в том числе и над нашей елдой. А конец накладной установишь, и как будто опять молодой. И ползут восхищенные толки. Президента слыхали каков? И опять на трибуну взлетаешь, как при Брежневе, в пару прыжков. И народ не внимает с опаской и готовится переизбрать, чтобы я не обиделся только и не вздумал его отодрать.